Для шахматистов Бурятии 2021 год выдался насыщенным и богатым на медали. Наши спортсмены отличились особым образом на нескольких международных онлайн-турнирах по шахматам. Юниоры стали победителями и призерами первенства Европы, международных турниров и чемпионатов России. Я был на разных федерациях спортивных, но у вас получилось круче всех. С двух сторон Европу взяли. Молодцы! На Европе я... немного волновалась, так как это очень обширный турнир. Но самое главное, надо было собраться силами, сконцентрироваться на игре, не волноваться, нацеливать себя на победы. Шахматы планируют сделать национальным брендом Бурятии. Так, школа республики получит необходимое оборудование и методические материалы. К их числу относятся электронные часы, сами шахматы и демонстрационные доски. В этом году уже пришло оборудование на 30 школ. На сумму 600 тысяч рублей было вручено всем школам Тункинского и Кинского районов. Данные районы мы определили пилотными по внедрению шахмат в школе. А сегодня, чуть позже, мы также торжественно вручим оборудование школам города Северобайкальск. Ежегодно в рамках нашего единого календарного плана Министерства спорта и молодежной политики мы выделяем более 2,5 миллионов рублей для проведения мероприятий как на территории Республики Бурятия, так и для организации выездов спортсменов. Также одно из таких больших событий, наверное, в этом году при вводе центра по хоккею республиканского будет выделено помещение размером там, более 150 квадратных метров для того, чтобы у наших шахматистов было свое место. Александр Гостев, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.